Всем привет, ребята, и добро пожаловать на канал Богатейший Ди. Что-то давно мы с вами не обсуждали биткоин. Но сегодня я исправлю это недоразумение, ведь собираюсь рассказать вам о том, что на данный момент на рынке складывается очень интересная ситуация, связанная с главной криптовалютой. Потому что график биткоина и его недельные чарты, возможно, выглядят так, как они не выглядели с 2013 года. Ведь в 2013 году биткоин пробил все мыслимые и немыслимые сопротивления после того, как индикатор Momentum показал бычьи сигналы. И это на самом деле очень странно, потому что большинство крипто-ютуберов, как я понял, топят за большой обвал и падение, но не Растани. Если что, все мысли, озвученные в этом видео, принадлежат авторству Алессио Растани, который вещает из живописной Швейцарии. Ссылка на его видео будет, как обычно, в описании. Ребята, вчера я опубликовал очень сильное, как для меня, видео, над которым начал работу еще 31 декабря. Если вы его не видели, обязательно посмотрите и поддержите меня лайком, это будет очень приятно. Спасибо всем, кто уже это сделал, 1700 лайков. Это просто невероятная мотивация иногда проводить такие же большие анализы и делиться своими мыслями с вами. А мы продолжаем. В 2013 году мы видели бычий паттерн, аналогичный тому, что мы видим сейчас на этом недельном графике биткоина. Позвольте мне показать вам почему. Это 2013 год, и обратите внимание на то, что там произошло. Мы видим, что после очень хорошего ралли цена биткоина была скорректирована. И это вполне приличная коррекция для цены биткоина на недельном графике в 2013 году. И теперь вы можете заметить что-то довольно интересное. Вы можете увидеть, что когда цена биткоина падает, индикатор Momentum начинает двигаться в обратном направлении. Более того, со временем гистограмма Momentum не начинает становиться менее отрицательной или двигаться в другом направлении. Поэтому, когда Momentum начинает двигаться вверх, как вы можете видеть здесь, это по сути его рассеивание. Так что на самом деле это довольно бычий сигнал для рынка или цены биткоина в данном случае. И что мы увидели после того, как индикатор Momentum показал движение от рассеивания до роста? Мы увидели, что биткоин начал расти вверх. Мы увидели цену биткоина, которая самоуверенно пробивала любые сопротивления, лишь бы продолжать расти дальше. Вопрос в том, видим ли мы что-то очень похожее прямо сейчас в цене биткоина. Очень спорно, но возможно да. Если вы посмотрите на этот график прямо сейчас, то на недельных графиках биткоина вы можете увидеть, что Momentum вот здесь рассеялся. И что это очень похоже на 2013 год. Мы видим, что теперь после того, как гистограмма Момента стала отрицательной, она начала рассеиваться, а затем начинает идти в восходящем направлении прямо сейчас, демонстрируя небольшой уклон в сторону быков. Что нам нужно увидеть на этом графике? Если цена биткоина повторяет то, что она делала в 2013 году, если она пробивает сопротивление и некоторые важные ключевые уровни на графике, то это может быть первым признаком возможного бычьего разворота цены биткоина. Аналогично тому, что мы видели в 2013 году, когда он начал расти. Другими словами, рост цены биткоина после этого должен стать еще выше. Так что это будет действительно очень интересно. Мне будет очень любопытно выяснить, произойдет ли это на самом деле или нет. В настоящий момент некоторые вещи, которые мы видим на биткоин-графике, оказались бычьими. Но помните, ребята, что пока биткоин не преодолеет сопротивление, мы не можем наверняка говорить о том, что цена биткоина готова начать следующую бычью фазу. Видео вышло достаточно коротким, но я думаю, оттого оно не менее информативно. Если это так, то поставьте этому видео лайк, подпишитесь на канал, а также оставьте свой комментарий внизу, если вам есть что сказать. Всем спасибо за просмотр. А меня зовут Богатейший Ди, увидимся в новых видео, которых скоро будет очень много. Богатейте и зарабатывайте. До скорого. И с наступающим Рождеством, кстати.